Дорогие друзья, если вы давно нас смотрите, то знаете, что этот дом по Есенберлина 56, он считается одним из образцовых. Здесь одни из первых жителей создали ОСИ. И вот сейчас объявлен месячник по благоустройству города Кокшетау и очистке областного центра. И администрация города приглашает всех на субботник. Вот это пример, когда городские службы не смогут приехать и убрать за жителей. И вот в таких случаях следует подключаться уже и не только КСК, но и жильцам. Я верю, что жители данного дома обязательно выйдут на субботник. Наверняка они на нас подписаны, потому что мы несколько раз про них снимали сюжеты. И призываю всех действительно выйти в этот месяц на балконы, в подъезды, вытереть окна, помыть витрины какие-то, навести порядок. Конечно же, мы будем делать замечания коммунальным службам, которые не выполняют свои прямые обязанности. Один из следующих роликов будет как раз об этом. Мы сделаем сравнение дорог города Алматы и города Кокшетау. Казалось бы, да, большой мегаполис и маленький уютный город, но сравнение будет не в нашу пользу. Так вот, друзья, еще раз хотим вас призвать, приходите на субботник. Мы тоже выйдем, обязательно, мы уже участвовали в субботнике, но работы еще много в нашем городе, любимом.